Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Всем привет! Еще больше роликов на тему «Сколько стоит шмот» ты найдешь на нашем основном канале. Ссылка в описании. Да. И обязательно досмотри ролик, потому мне что... Мне бесит, вот меня он раздражает. В конце тебя ждет розыгрыш 5000 рублей на твой... Сколько? 16 лет? Да. Офигеть. 17? Да, обычные 500-ки, изи. Сколько? Давай так, сколько такие изики стоят примерно? Я не помню, по-моему, 1017 я их взял. Вот это личико симпотное, вот. Я люблю таких штаны? Мальчиков внешне. Штаны? Знайка обычные 1006. Кофта, Уникло, двушка, по-моему, это Версаче. Это Версаче? Версаче. Да, по-моему, 30-ка или 35. Это не золото. Медь позолоченная и бомбер 86. Чем ты вообще по жизни занимаешься, расскажи? Боже, очень клевый. Прям... 18 лет. Ну, да толстый, что лицо с рекой класс. Меня отец просто подтянул, поэтому... Завтра буду рестримить, не знаю, бро, я болею, слышишь голос, жесть прям. Я как бы продолжаю. Как буду себя чувствовать все равно. Что за бизнес, в какой сфере? Природу, короче, делаем более чистой, мы перерабатываем вторичные, вторсырье. Часто у нас в комментариях пишут, что можно, пишут скидки. Соединяйтесь. Ева, сколько тебе лет? Ева, клевое имя. Расскажи, офигенное что имя сегодня на тебе и сколько это стоит? На мне какие-то сапоги, которые очень я купила опрятно выглядят, очень. В каком-то шоуруме, они стоили где-то 10. У нее, походу, джинсы Balenciaga, пацаны. Тысяч. Ой, спасибо, Ваня. Можно, конечно. Кто у меня топ-донатер? Eleven. Его зовут Риад. Он азербайджанец. Спасибо большое. Можно, конечно, но сигна стоит не 1000, а 200 рублей. Не стоило, правда. Спасибо тебе огромное. Тяга. Писал стрей насчет себя, в итоге получил бан на 600 секунд. Да не нужно. Джинсы, я их купила в Европе, у Байера. По-моему, 50 тысяч стоило. Ремень Зара или Манго. Я люблю этот ремень, он у всех. У всех. Джемпер или как это называется, как его называть? В общем, он стоил 2000, это H&M. Пальто Massimo Dutti, 17 тысяч, по-моему. И сумка, это... Не надо заходить к Стрею что-то писать про меня, ребят. Не надо меня подставлять. Не нужно этого делать, ребят. Спасибо, Николя. С перевода на рубли. Спасибо. По-моему, около 170 тысяч. Шапка. Охуеть. Зара. Сколько она стоила? Ну, 1000 рублей, допустим, ладно. Есть какие-то аксессуары у тебя? Нет, я ничего. Волосы очень красивые. Чем занимаешься? Блогер, наверное, я создаю купальники. Что я еще делаю? У меня компания по прозвонам компаний. Короче, ты бизнес-вумен. Да. Предприниматель. Да. Полный сколько тебе приносит доходы это? Ну, около 500 в месяц, да. 1000 рублей. Да. Тебе хватает? Ну, да. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Рома, мне 14 лет. Ты шаришь, знаешь, что надо какой-то делать? Какой-то он, знаете, очень дерганый. Либо он волнуется, либо я не знаю. Но он очень дерганый, вы заметили? Ну, более-менее. Смотришь нас? Конечно. Прикольно, рассказывай, что на тебе. Так, ну на ногах у меня изи 500, и брал за 18 тысяч. Спасибо, дальше, взять. Дальше штаны. Можно, конечно, спасибо большое. Конечно, можно, взять. Спасибо. Юникло, ну 1003, наверное. Я уже 3 или 4 он очень дёрнулый. Кофта Асос, ну где-то полторы. Куртка Ice Peak, 1010, наверное. Ice Peak, что ну и, в общем-то, все. А ремень? Ремень Off-White, да, 12. Закеш, это трушный? Эвилон сказал, что будет мстить мне, за что? Привет, зайка, спасибо. Да нормально все, спасибо, вообще не стоило, спасибо огромное. Конечно. Чё за... ICP, это же группа такая, я поняла, что, привет, типа, куртка так, знаете, называется. Она, типа, ICP выпускают? Я могу бирки показать. Чё, ещё из аксессуаров есть что-то? Ну, кольцо, наверное, 1500. Капец, он дёрганный. Чем занимаешься? Да, учусь. Иногда Спасибо. За оскорбление? Какое оскорбление? Я только дропнула один раз. Спасибо, Лил Коля, спасибо, зэк. Можно мне на шампунь? У меня башка грязная, второй день я не мыла. Я не оскорбляла Эвилона, я просто дропнула. Если его это обидело, я приношу свои публичные извинения перед этим человеком.
Вот, я не хотела никого обижать и оскорблять. Если я хочу оскорбить, я делаю это напрямую, в плане я говорю «хуесос». Чуть-чуть получается. Много просадил уже. Передай ему извинения, если вы это оскорбили. А где бабки берешь? Да родители дают, конечно. Они знают, что ты играешь на ставках? Да, знают. Как относятся к этому? Плохо, конечно, но я стараюсь уже завязывать с этим. Но родители максимально против, да. Дерганые. Максимально против, но дают деньги при этом. Ну, они надеются на мое разумие. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Ксения. Ксюш, красиво. Если не секрет, сколько тебе лет? 25. Супер! Моложе вы, супер! Да, скажите. Я красиво. Думаю, 18. Да, у меня двое детей. Двое детей? Офигеть. Как ты так умудрил 25? Вот так. Супер, а расскажи, фига. Давай снизу вверх, что на тебе, спасибо, что это за обувь? Спасибо, зайка, выздоравливай, взаимно. Обувь у меня Givenchy. Сколько такие стоят примерно? По-моему, 65 тысяч рублей. Штаны? Тоже болею. Зара. Подыхаю. Две. Три. Пуховик? Пуховик, не именной бренд. 5 тысяч рублей. Коля, спасибо. Спасибо тебе огромное. На шампунь мне правда нужно, видишь? Это ужас. Мне очень стыдно на перед шампунь. Вами, простите. Просто болею, нельзя пока что мыться. Пацаны, я походу забайтила, получается. Походу я забайтила, да? Это называется забайтила. Но мне реально надо, как вы видите. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное, ребят. Забайчено, пацаны, реально. Спасибо вам огромное. Просто, ну, блин, вам все равно, что у меня башка грязная, да? Мне норм просто. Вам, мне кажется, вам не очень нравится. Спасибо. Серьёзно? Я не хотела байтить, так получилось, честно. Какая-то я стрёмная. Да. И сумка? Ой, Витон. Сколько такая? 1150? 1120, наверное. Что-нибудь еще у тебя, может, из аксессуаров есть интересное? Ну, сережки. Спасибо, Даня, спасибо взаимно. Это что, это туз? Это Ван Клиф. А сколько такие стоят? Мне кажется, 1000. А что у нее 120 стоит? Привет. С Новым годом. Который сколько такая? 1150? А, сумка? 120, наверное. Что-нибудь еще у тебя, может, из аксессуаров есть интересное? Ну, сережки. Покажи, пожалуйста. Ну, это нерационально, на самом деле, столько тратить надежды. Это что, это туз? Это Ван Клиф. А сколько такие стоят? Мне кажется, 1270. Супер. Расскажи, пожалуйста, где ты деньги на все это добро берешь? Я зарабатываю, у меня собственное производство шуб. Но я их не ношу. Офигеть, прикольно. Я ношу пуховики за 5000 рублей. Привет, как тебя зовут? Оля. Оль. Я не хочу бамблби стоять, мне не нравится этот чувак. Спасибо, Вань. Сколько тебе лет, если не секрет? 28. Папа я говорил. Я в шапке от Balenciaga, и у меня есть такая же шапочка, замечательная, очень теплая и парень. Все такое. И Free People курточка с шикарной подкладочкой. Сколько, расскажи для зрителей, сколько примерно такой шарф может стоить? 80, немножко больше. Шарф? Да. А шапка? Ну, шапка подешевле, около 40. Так, куртка? Офигеть. Спасибо, Пол. Джинсы, что за джинсы у тебя? Джинсы Guess. Сколько такие примерно стоят? Всего 7. Она как-то выглядит, вот она одета в очень дорогие вещи, но она выглядит как тупая бомжиха. Вот скажите, как такая борщиха, вот такая. И борщиха. Обувь. Это Nike лимитированные, ну, чуть больше 10. Вот борщиха, вот скажите борщиха, ну, скажите борщиха. Такие зацепила. Здесь, на Арбате. Круто. А что-нибудь по под курткой такое интересное есть? Обычная Polo Ralph Lauren. Борщиха, да, борщиха. Окей, она сколько примерно стоит? Чуть больше 12. Очень бесценно. Слушай, расскажи, пожалуйста, чем ты вообще по жизни занимаешься? Я жена. Я борщиха. Жена. Я абсолютно нормально отношусь к людям, которые курят, это их выбор. Я не курю, мне не нравится, я не хочу. Я не хочу людей, которые курят, и не осуждаю. Это их право. Просто домохозяйка, сижу с маленьким ребенком. Борщиха. Здрасте, как вас зовут? Привет. Владимир. Владимир, сколько вам лет? Владимир, ля, без инстаграма, парень. Владимир, расскажите, вы потрясающе выглядите. Что на вас сегодня и сколько стоят ваши вещи? Мбахуй, вы кто? Свитер Чезаро Таллини, 130 тысяч стоит. Охуеть. Китон, 220. Охуеть. Джинсы Сартори Партенопия. Вы смотрите, парень богатый, он одет очень просто, он одет красиво и опрятно, что самое главное. Вот он одет красиво и опрятно. Он одет очень дорого, конечно, я считаю, что вообще, ну, неправильно, нерационально тратить такую огромную сумму денег на одежду. 35.
А туфли Пелуза 45, по-моему. Вот. А, портфель Беретта 96 тысяч. Покажите нам поближе его. В портфеле есть что-то интересное? Да, кошелек от Тардини. Я представляю, сколько он стоит. Покажите нам. 160 тысяч. 160 тысяч рублей? Офигеть. Да. А, это кожа крокодила? Да. Перчатки 15 тысяч. Марку сейчас не скажу. У вас наверняка есть красивые какие-то часы, браслеты, что-то есть? Нет, с собой ничего нет. Чем нужно заниматься, чтобы так потрясающе офигеть выглядеть? Мужской одеждой. Вы продаете? Да. Владимир, скажите, сколько вам требуется в месяц для комфортного проживания на планете Земля денег? Не так много, потому что я сам продаю одежду. Ну сколько в рублях? 1,5 миллиона. Привет, как тебя зовут? Не так много. Я на 1,5 миллиона живу всю свою жизнь, блядь. Ну, сколько тебе лет? 13. Слушай, ты прям выглядишь как Джон Сноу. Выглядит очень стрёмно и безвкусно. Рассказывай, что на тебе? Давай снизу пойдем. Ну, на мне Versace 2 Chainz, брал за 73. Стрёмные, фу, мерзкие. Носки Heron Preston за 4 где-то брал. Это вообще Zara, 1,200 стоит. Потом идет пальто с волчьим мехом, 73 тысячи стоит, дизайнерское, беру 365. Повернись, пожалуйста, я первый раз вижу пальто с волчьим мехом у парня в 13 лет. Ему еще и 13, худи борщиха, трэшер. Пацаны, тон борщиха, вы видите? И футболка офф. 14, а трэша где-то 7. Круто. Расскажи, пожалуйста, в 13 лет, чем ты занимаешься, откуда берешь деньги? Вообще родители дают еще. Эти борщихи меня уже заебали, эти борщихи. Сколько можно максимум за месяц на ресейле намутить? Ну, у меня рекорд. В 13 лет ресейл. Спасибо большое, Бзет. Спасибо. 10 тысяч. Постараюсь. А теперь давайте подведем итоги предыдущего. Спасибо большое. Ну, это трэш, конечно. Эти борщихи повсюду. Такое слово, да, крутое придумала? Борщиха. Что это значит, интересно? Борщиха это. Кто такая борщиха? Ответы Mail.ru. Так кто варит борщ? Асе? Нет, я думала борщиха это другое. А, борщиха это русская девушка. А, борщиха это русская. Я же не борщиха, пацаны, сосать. Вы все борщихи, а я нет. А я не борщиха. Сосать. Борщички.